Какая хоккейная школа в США показывает наибольшие результаты за последние несколько лет? Это хоккейная академия школы Бишоп Кирни из Нью-Йорка. Последние два года все команды академии Бишоп Кирни входят в ряд сильнейших команд в США по различным возрастам. Игроки академии выступают в составе молодежных сборных США и Канады, а также приглашаются в ведущие юниорские лиги и университеты лиги NCAA. Руководство Академии открыто к иностранным хоккеистам со всего мира, и если вам интересно узнать о возможностях поступления в Бишоп Кирни или другие ведущие хоккейные школы в США и других странах мира, оставляйте заявку на нашем сайте pfs-hockey.com.